Привет, друзья! Так, у нас новая тема на злобу дня, что называется. Apple все больше там закрывает вот эти возможности оплатить свои же сервисы, как ни казалось бы странным. Но чем больше такого происходит, тем больше вариантов всяких возникает вообще. И это интересно, всякие новые возможности, интересные темы. Я не знаю, скоро мы все станем какими-то мега-хакерами, и вот это все. Так, да, что предлагаем? Это новая штука, как можно оплатить App Store, покупки, подписки, iCloud, вот это все. Наш магазинчик. Непосредственно, да, раздел магазина, мы даже сделали отдельный такой раздел, это карты оплаты, iCloud и App Store. Да, ввели три номинала, но по сути можем предложить любую сумму закинуть вам на счет. Давайте для примера, да, сделаем вот такую штуку. Я покажу, да, все эти моменты, как это работает, как это что, на своем примере. По сути, вы заходите, выбираете номинал, который вам необходимо, собственно, написать, пишите там тра-та-та, нашему продавцу, отправляете, все, что нам нужно от вас, это адрес электронной почты, любой почты. Неважно, там привязанной к Apple ID, не привязанной. Нам этого достаточно, туда, на эту почту, вам придет, собственно, электронный ключ, который покажу, как активировать. Так, собственно, здесь окей, все в порядке. Заходим в App Store. Чтоб вы знали, да, есть непосредственно счет App Store, и на счету у меня сейчас, как вы видите, 31 рубль. Да, сейчас я как раз-таки попрошу коллегу, он мне отправит этот непосредственно имейл с кодом активации, и мне нужно будет его здесь погасить. Так-так-так, ждем. Костя. Угу. Кстати говоря, первый раз это делаю, мы буквально вот только что запустили эту тему, но, собственно, это не новость вообще никакая, чуть попозже расскажу, объясню, как это работает. Да, черт, сижу, жду, у меня пуши на почту отключены. Пэмс. Да, собственно, вот вы можете посмотреть, как она даже подписана, что Константин отправил вам в подарок 3000 Р. И непосредственно, вот она есть. Код активации, вот мы его видим. Так, можно, кстати, нажать «Использовать сейчас». Наверняка, да. Но давайте мы попробуем вот такой вот непосредственно вручной ввод. А хотя зачем? Давайте вот так. Можно вручную, да, ввести код. Так, у нас все автоматически происходит. Чпенкс. И бабах. Внесено 3000 на Apple ID. И баланс 3031. Аллилуйя. Кстати говоря, да, я сам вот как-то, ну, ждал, может быть, каких-то изменений, что что-то поменяется, что-то нет. Практически 2 месяца без продления iCloud, без Apple Music, без всего. И просто уже начинают этого сатанеть. Памяти в телефоне не хватает. Фото, видео накапливаются, не выгружаются. И вот эта вся история просто, ну, задолбала на самом деле. Решили вот использовать такую штуку. Так, еще раз покажу. Непосредственно баланс. Эй, не туда. Есть, обновилось, и у меня полный баланс. Соответственно, его я могу расходовать по своему усмотрению, как захочу. Покупать iCloud, покупать Apple Music, да что угодно вообще на самом деле. Более того, вы можете любой номинал у нас запросить, там хоть 5000, хоть 10, имея на счету эти средства, вы можете также отправить вот эту подарочную карту по имейл своему, не знаю, близкому другу, знакомому, кому угодно. Вообще что угодно вы с этим балансом можете делать. Можете закинуть себе про запас любое количество денежных средств, какое необходимо. Как мы это делаем? Да, платежные средства, собственно, нам все ограничены. Просто через друга в другом государстве кладем себе средства на счет и просто в таком же виде отправляем подарочный имейл. Вы можете также за это заморочиться. Но если вам нет смысла за это морочиться, за небольшую комиссию с нашей стороны, по-честному, вы все получаете. Номинал любой, какой хотите. Более того, любую сумму обговаривайте с нами, пожалуйста.